Добрый вечер, друзья! Вы на канале «Ухты и барахты». В эфире стендап от Златы. Всем привет! Меня зовут Злата. Вы на канале «Ухты и барахты». И это стендап. А вы знали, мне скоро 4 года? Как же быстро летит время. Я помню себя еще вот такой. А сейчас я уже большая и самостоятельная. Я умею сама одеваться, чистить зубки и загибать пальчики. Вот такая я самостоятельная. Вот вчера, например, я готовила папе ужин. Но он был не в восторге. Говорит, суп из пластилина я не буду есть. Идем. Наверное, потому, что в прошлый раз подавился салатом из лего. А сейчас фокус-покус. И повторяйте это дома. Все тарелки делают профи. Уберите детей от экранов. Где мой палец? Где мой палец? Нашла. Вчера с папой слали домик для кукол. Теперь кукла знает, что такое ипотека. Папа меня часто спрашивает, кем я хочу стать, когда я вырасту. Пастухом. Но папа хочет, чтобы я стала врачом. А тут корову будет пасти. Они же без меня заблудятся. Подарю им навигатор. А помните, что я пошла на плавание, когда мне был всего 1 месяц? Вы представляете себе? Месяц! Я даже ходить не умела. А что сделал ты, свой белый месяц? А также изучаю английский язык. И могу на нем спокойно разговаривать. Hello! Hello! How are you? I'm fine. Научила только это. Бесит такая ситуация, когда ты наелась и больше не хочешь кушать. А мама тебе говорит, пока не поешь, из-за стола не выйдешь. Я тут 2 дня посидела. Завела себе Инстаграм. Златв. И поняла, что мой профиль не такой популярный. Я придумала, как сделать лучше. Делать много фоток в подзале, ходить в популярные клубы. Но с этим будут проблемы. Просто в 9 часов я уже сплю. И, конечно же, фоткать свои губы. Мне часто пишут комментарии, что родители заставляют снимать видео. В первую очередь, это развитие. Мне папа рассказывал, что он за свои 5 лет написал первую пьесу. Я, конечно, не Моцарт. Я Злата! И в моей почти 4 у меня есть видеоблог, который смотрит много людей! Спасибо. Спасибо вам, милые подписчики. С вами была Злата. И это был мой стендап. Всем пока! Конкурс. Пишите ваши шутки в комментариях. Лучшая шутка будет в следующем стендапе. Я назову имя автора и передам ему приветик. Удачи вам!